И это Эль Кубасико. Это дерби Краснодарского края. Кубань на своем стадионе принимает футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска. Действительно, выбрали команды именно такое себе название, именно такое название для этого очень яркого и, я уверен, бескомпромиссного дерби, в котором проигрывать не хотят ни одни, ни другие. Игорь Панин держит свисток в зубах. Поехали, друзья, мы начинаем. Эль Кубасико. Обратите внимание, «Черноморец» активнее начинает. Пас низовой. Здорово, может быть, и 1-0. Вот такой шикарный угловой. Это даже не шикарно, это шикарнейший забивает Иван Маклаков здесь в самом начале матча. Доброе утро, Краснодар, говорит сейчас Иван Маклаков. И выводит свою команду вперед. Бесподобный розыгрыш. Просто по линеечке все сделали сейчас футболисты «Черноморца». 93-й год, Кубань Гекрис, 3-3, чемпионат России 93-го года. Это июнь, ошибка какая! Что творит Кубань? Что творит Кубань и что творит «Черноморец»? Штанга от Шамиля Саадуева. Здесь Антонов, конечно, очень опрометчиво бил. Так, все, друзья, черт с ней, с историей. Захотите, сами посмотрите. Повторюсь, я сегодня мечтаю увидеть дриблинг Темникова, потому что это всегда что-то на грани такого космического. Вот это в центр хорошо, но пора бы пробить. Пора бы пробить 1-1! В девяточку Богдан Рейхмен! Вот такое дерби, как вам? В девяточку, туда его. Как здорово все здесь было сделано. Пора было пробить, он пробил и он забил. Богдан Рейхман 1-1. Имеет право и вот так вот отметить этот гол. Здорово. Здорово здесь все было сделано. И Кубань быстренько сравнивает. То в 18 году, в сентябре. 18-го. Ох, подача какая! И здесь Терновский сейвище. Совсем для него это было неожиданно. Владислав Руденко на наших с вами экранах. Казалось, что он коснулся все-таки там мяча. Оливье чуть назад, передача Махатадзе. Направо, здорово здесь Темников. До него даже мяч дошел. Где-то положение вне игры здесь и угловой. Раза три уже футболисты «Черноморца» руки поднимали и говорили, что угловой, угловой. Ой, господи, офсайд. И вот снова Саадуев. Есть место перед ним. И есть возможность вот такой пас Руденко отдать. Изумительно! Изумительно! 2-1. Владислав Руденко. Гениальный Шамиль Саадуев. И музейная абсолютно передача. На грани офсайда они сработали сейчас. Классный гол. Классный гол, друзья. Слушайте, ну Саадуеву Нобелевскую премию пора уже давать. «Черноморец» начинает нервничать, сразу дрогнула новороссийская команда, тут же получает опасную атаку. Это Абдоков, подачу делает изумительную, Чуперка сам себе помешал, но добивание какое! Ух, какое начало огненное от Кубани, первые 30 секунд просто в учебнике. Ничего себе! Масейчук, здорово разворачивается Масейчук и сам идет. Нарушение правил, штрафной. Это будет очень опасно. Пошла подача. Абдоков. Оливье! 2-2. Кенфак! Великолепно выпрыгнул. Как Мария Лосицкены в лучших своих сезонах. И замечательно пробил головой. 2-2. И все в этом матче начинается сначала. Вот так вот. Оливье Кенфак. Давайте смотреть. Здесь великолепная от Абдокова подача. Вот не зря вошел в игру. Ну изумительно просто. И долго бежит. И перевод отличный. И это Оливье. А он парень с дриблингом. А он парень с ударом. А он вот так под левую убирает. И между ног Грузнов. Удар. Еще Фролкин. Покажи мне, что ты можешь, король. А король совсем не голый. Это Фролкин. Это уже даже не Кинг. Это уже, ну я не знаю, Империор просто. Что-то такое. Хотя, конечно, я думаю, что усиления еще будут нужны. Подача, удар, Фролкин! Вот сейчас вот такое было ощущение, что Фролкин мог все свои спасения просто на ноль помножить. Одно это ошибка, чуть не выронил мяч за линию, и что-то там с Фролкиным произошло. Вот подзавелись они, все-таки что-то на последнюю минуту нашли. Момент матча. Решать же надо такое. Коробов.
Абдоков. Но в центре живот вариант. Ну почему не отдать? Ну почему не отдать? Зачем? Угловой. Нет, все. Финальный свисток. 2-2. Без сил они валятся на газон. Они все сегодня в этом матче отдали.